Советские и российские тепловозы на одном перегоне? Кто же прикольней? Привет-привет всем поклонникам железки. Вы много раз бывали в локомотиве. Вы сами часто в жизни были локомотивом. А сегодня, друзья, мы покажем вам поездку в узкоколейном тепловозе. Да не простую, а с винтиклюшками. Все люди делятся на две категории. Одним нравятся тепловозы ТУ-7, другие же топят исключительно за ТУ-10. А давайте подивимся на оба аппарата сразу. Итак, ТУ-7 против ТУ-10. Поехали, тарам! Дорогие друзья, я, мастер Эдуард, на ваших глазах профессиональным сертифицированным инструментом показал работу двух агрегатов, один производства СССР, другой уже российский. На каком из них вы хотели бы работать и почему? Напишите хоть в комментах, прям не знаю. А мы, как только ролик наберет, ну скажем, 5 лайков, сразу приступим к работе над новым фильмом с обзором весьма необычной машины. Вот так-то, дружок, скушай пирожок. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео!